Привет, дорогой зритель. Я вещаю для тебя с того света. Мы ёбнулись. Официально, окончательно, бесповоротно. Ёбнулись с каната. В тот момент, в тот матч, когда меньше всего этого заслужили. Зенит по качеству игры сегодня выдал самый мощный матч за весь этот сезон. Самый мощный. Даже тогда, когда он выигрывал у Крыльев, у Ахмата, у Балтики, у всех вообще, у кого выиграл, даже тогда «Зенит» не в такой степени заслужил победу, как и сегодня. «Зенит» весь матч возил «Динамо» по ВТБ-арене. Возил так, что они только успевали перекрывать зоны. Дуглас Сантос, Мостовой, Кассьера, Вендл, Клаудиньо. Такую карусель в центре поля закружили. Я еще раз повторяю, я горжусь тобой, Зенит. Вот так сыграть, это просто топ. Только один вопрос. Почему так же нельзя было сыграть с Рубином? Почему так же нельзя было сыграть во всех других матчах? Почему только сейчас включились? А Крылья проиграют. Самара вообще не верю. Все остальные тоже проиграют. Но вот эти 4 игры, оставшись, «Факел», «ЦСКА», «Ахмат Балтика», ребята, пожалуйста, сыграйте так же, как сегодня. Доведите до победы. Я вас верю.